Футбол 2. 8 одиноких девушек и 7 одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом 2. Жара. На ТНТ. Здравствуйте, я Ксения Собчак. А я Ксения Бородина. И это телепроект «Дом 2», где одинокие сердца ищут друг друга. Вчера мы расстались с очередным участником. Им оказался Джамшид. По мнению ребят, он был настолько увлечен собой, что наши девчонки только мешали ему наслаждаться этим светлым чувством. И сегодня за освободившееся место будут бороться две девушки. Ну а победительница получит приз – возможность найти в нашем городке любимого человека. Сегодня 445-й день нашей телестройки. Похожие отношения Степы и Алены вернулись в прежнее русло. Ребята перестали обсуждать причиненные друг другу обиды и наслаждаются своим примирением. Несмотря на обоюдные симпатии, роман новенького Жени Матвиенко и Евгении Васютиной развивается медленно. И многие участники считают, что они никогда не объявят себя парой. Давид и Марина собираются на романтическое свидание, чтобы наконец-то выяснить, сможет ли у них что-то получиться. Закончится проект. Ты будешь с Ромкой? Вот кто будет, кто не будет, по твоему мнению? Я думаю, что Саша с Наташей будет. Угу. Я думаю, Степа с Аленой не будут. Май с Солнцем. Их объединяет творчество, и в любом случае они, наверное, как-то вначале, ну, вместе будут. Вот мне даже кажется, что Маюха с Солнцем. Ну да, Маюха с Солнцем будут вместе, мне кажется. Вначале точно. А ты вот сама как думаешь, кто будет после проекта вместе, кто не будет? Ну, Наташа, Наташка будет. Да. Солнце мои будут. Да. А все по Соленой первое время. Потом разбегутся. Угу. Я так думаю. Мне тоже так кажется. Ну, тут все разборки, да разборки Алены со Степой. Они, кстати, не помирились. Помирились, да? Угу. Ну, так и думали, что это. А как считаешь, как бы, вообще это нормально? Причем Степа сам первый, как бы, пошел на поклонную. Да? Угу. Ну, это, конечно, если он хотел перевоспитать ее, то ему первому не надо было идти. Я так думаю, что она сама должна была понять, признать свои ошибки. Ну, может быть, чем-то и Степка, конечно, не прав. А в чем-то и Аленка, конечно, перегибает. И в чем-то, а, как правило, больше она перегибает. Ну, согласен. Ну, вообще, как бы, очень... Ну, мне было, допустим, обидно за Степу, что он первый пошел на поклон. Хотя я считаю, что она во многом не права. Аленочка, прости меня, пожалуйста, что я плавал на твоем матрасе. В смысле? Ты же не разрешаешь, чтобы его брали. То есть ты это осознанно сделал? Или ты после того, как поплавал, уже подумал? Нет, я после того, как поплавал, уже подумал. Угу. Я прощаю тебя. Спасибо. Но я думаю, что если человек просит прощения, значит, такого больше не будет. Правильно. Плавал на своем. Вчера плавал. Ну, у вас же супер матрас. Да. Вот ты приехала к Степе, да? А, мне кажется, что я и Степа совершенно отличаемся друг от друга. Это я знаю. Радикально отличаемся, я можно сказать, да? Да. Вот чем тебе понравился он и чем я? Что у нас общего с ним? У вас ничего абсолютно общего нет. Вся беда в том, что у него есть общее с моим бывшим молодым человеком. У него слишком много с ним общего. И я тогда ехала сюда, я, наверное, искала человека, похожего на него. Вот. А почему ты вдруг? Потому что, наверное, я запрещала себе вот в реальной жизни любить... шикарных мужчин. Я уже привязала к тебе это слово, я не буду от него отвязываться, как уже. Я не могла позволить себе в той жизни, в той, какой-то, она какая-то другая жизнь для меня сейчас.
любить таких мужчин, как ты. Но мне всегда хотелось, чтобы рядом со мной было что-то такое статное, ответственное, четко, наверное, знающее, чего. Я не знаю, что тебе сказать. Ты всегда ставишь меня в тупик. Я заметила. После чего в чем-то тебе отказать просто невозможно. Это ужасно. Что ужасно? Я тебе скажу так. Я хочу, чтобы мы остались друзьями. Что ты на это скажешь? Не будем говорить так, кто кому не нравится, подходим, не подходим. Просто скажем мягко, дружно. Ты сможешь со мной дружить? Я сейчас не буду кривляться, говорить то, что ах, ты такой плохой там и все остальное. Я, наверное, была к этому готова. Я очень хочу, чтобы ты был моим надежным другом. Потому что у меня, например, еще нет толком друзей, как я хочу, чтобы ты был моим другом, если это возможно. Вот тебе моя рука. А вот тебе моя рука. И надейся на меня и рассчитывай. Трудную минуту я тебе помогу. Всегда-всегда? Да. Ты обращайся. Хорошо? Надеюсь, мы будем дружить, у нас не будет никаких конфликтов. Хотя попробуй мороженое, очень вкусно. Думаешь? Или знаешь, наверное? Кашка, свой сегодня же девочки придут. О, точно. Я и забыла вообще, прикинь, Наска. Я вчера ночью вспомнила. Кому придут? Кому? К Давиду кому? К Давиду и мне, ну, кажется, смотрите, это... Давида сегодня не будет целый день. А, значит, не к Давидке. А почему? Могут и к Давидке. Не, ну что, ну за интерес тогда приводить к Давиду, если его целый день не будет. А ты веришь, что придет женщина, которая на самом деле возбудит в тебе мужчину? Я уверен, что таких очень много. Ну, допустим, сегодня придут девочки новые. Придут. Тебе кто-нибудь придет? Не знаю. Ну, надеюсь. Ну, я уверена, что к тебе придет кто-то. Почему? Потому что как это? Уже привыкли все к тому, что к Давиду все время кто-нибудь приходит. Поверь мне. Не потому, что я Давид. Только потому, что я просто, наверное, холостой там. Я нравлюсь девчонкам или не нравлюсь, они все равно скажут, а я к Давиду. Думаешь? Да. Они обманывают? Они обманывают? Ну, не то, что обманывают. Просто шанса больше построить отношения с холостым, чем человек, который в паре, правильно? А я не обманывала, получается. Ты не обманывала? Ты вообще все поприехала. Ну ладно, забыли врать. Можно злиться лучше. А потом меня как запасной вариант, то можно было, да? Неправда. Неправда. Я первый день сказала, что не нравишься. Это боялась. Первый день? Значит, ты обманула Степу? Ну, второй, ладно. Разберись. У нас в Петербурге что, все такие? Я вот понять. Да мы не похожи. Ну ладно, ну, Оль, можете встать? Ну, мне правда интересно. Встаньте вдвоем, пожалуйста. Только не... Ну что, ребята, не знаю, верите ли вы в приметы, но у нас то дождь, то солнце. Видимо, над нашими новенькими претендентами на участие мы будем либо плакать, либо смеяться. Сейчас и посмотрим. Встречайте новеньких. Девчонки! Ой, в шляпках такие. Мадамы. Ой, я не Бузова, я десятовка. Ну, долго ли к нам еще будут приходить Ольги Бузова на проект? Абсолютно непонятно. Садись. Ой, правда, Бузова. Да не Бузова я. Да не Бузова я, Бузова. Идись. Рома расстроился, он думал, Бузова такая одна. А нет, тоже стройная, даже похудее, кстати, будет. А? Так, ну хорошо, как тебя зовут? Оля.
Оля, дай мне догадаться, какая у тебя фамилия. Десятовская. Десятовская. Ну, в принципе, не намного хуже, чем Бузова. Откуда ты? Из Санкт-Петербурга. Ну и у нас в Петербурге что, все такие? Я вот понять. Да мы не похожи. Ну ладно, Оль, можете встать? Ну мне правда интересно. Встаньте вдвоем, пожалуйста. Только не улыбайся. Только иди шляпку. Ребят, в принципе, можно даже ничего не говорить, да? По-моему, все понятно, похоже или нет. Но новая Оля чуть-чуть у нас похудее будет. Но это просто пока здесь у нас не живет. Сколько тебе лет? 18. Кошмар. Мне 19. Тогда спрошу самый главный вопрос. Скажи, Олечка, а кто из девочек на проекте тебе нравится больше всего? Аленушка. Вот это уже неожиданный поворот. Оля из Санкт-Петербурга, 18 лет, которой нравится Алена, но это то же самое, что дождь и солнце в один день. Вот понимаете, и вместе одновременно. Хорошо, чем ты занимаешься? Я в свои 18 лет уже учусь на третьем курсе в двух университетах. Хорошо, а кто кому-то приехал? Самый главный вопрос. Вообще к Давиду. Подожди, а может к Роме Третьякову? Ты ничего не путаешь? Нет. Рома тебе нравится? Нет, Рома Олин. Правильно. Хорошо. Молодец. Так, давайте перейдем ко второй. Как тебя зовут? Меня зовут Лиза Елохина, мне 22 года, и я мечтала попасть на проект «Дом 2», где одинокие сердца ищут друг друга. О, браво! Замечательно! А соломенная шляпка с домиком? Это все в одном стиле у меня, в африканском. В африканском? Да. Я отслеживаю модные тенденции. То есть вот все африканцы. Сэм, может быть, ты тоже что-то знаешь? Вот именно такие соломенные шляпки носят, да? Мне папа привез ее из Индии вместе с сумочкой в прошлом году купил. Знаешь, Африка и Индия, это чуть-чуть разные вещи. Подожди, секунду, микрофон. Стиль африканский. Хорошо, вот с этим африканским стилем я даже боюсь спросить, кому ты приехал. К Давиду. Тоже к Давиду. Подожди, девчонки, это какой-то всемирный заговор против Давида, вот мне кажется. Потому что девочки просто вот все к нему приезжают. В чем секрет? Мне кажется, ошибка большинства девушек, которые к нему приезжают, они видят экранный персонаж, они видят прежде всего образ. Они не пытаются посмотреть на внутренний мир человека, не пытаются его открыть. Он ищет человека гармоничного внутренне прежде всего. И как для... Да, это я. Да, я думаю, что это я. Хорошо, вот, он ищет гармоничного человека, ищет гармонии внутренней. Вот как ты сама думаешь, Оля, подошла бы ему, скажи, пожалуйста? Если нет, то почему? Я не буду давать такую оценку, потому что я с этим человеком мало общалась и считаю, что это было бы очень опрометчиво с моей стороны. Давай тогда Оля спросим. Оль, как ты считаешь? Я думаю, Давид сам выберет, кто ему более симпатичен. Угу. Но ты считаешь, что ты ему больше бы поможешь? Да, я считаю, что мне, в принципе, сначала надо с ним пообщаться, а потом уже делать какие-то выводы. Вопрос, девушки, вам. Не получается у вас с Давидом? Ваши дальнейшие действия? Ребят, Давид на самом деле, просто чтобы вы все понимали, он до вечера отсутствует, а вечером он обязательно будет и сможет на вас, на обеих полюбоваться. Так что не расстраивайтесь, придется вечер скоротать вот в кругу других мужчин. Ну и нужно будет наладить с ними, да, отношения. Внимание, вопрос. Не получается у вас с Давидом ваши дальнейшие действия? Так, Сэм, вопрос на любовь с кем-нибудь другим. Я приехала именно к нему, меня интересует внутренний мир этого человека, меня интересует общение с ним, и интересует вообще, вот есть такое выражение очень хорошее, подышать одним воздухом, почувствовать ауру душевного человека. Понятно. Меня интересует спасибо. Это. Спасибо. Я предлагаю теперь нашим девушкам, новеньким, узнать побольше о Давиде. Как они это сделают? Через Марину, которая ездила с ним на свидание. Мариночка, вот вы были сегодня с Давидом на свидании. Что Давид тебе сказал и как вообще прошло это свидание? Можете меня поздравить, когорта друзей Давида пополнилась, я теперь вхожу в их число. Так, Ксюш, по-моему, то здание, которое вы строите для женщин Давида, будет маловато. Мне кажется, надо расширить все-таки вот эту постройку. Будем этим заниматься. Марина у нас теперь стала другом Давида, наряду с Женей. Вот, теперь у них, да, Женя сестра, это младшая подруга, пока младшая. Вот, но все впереди у вас, девочки.
И Марина, скажи, пожалуйста, как друг Давида в этом новом для себя качестве, как ты считаешь, кто Давиду, на твой взгляд, больше подойдет? Оля или Лиза? Обе поедут домой. И даже подружками никто не станет? Нет. Хорошо. Если все-таки из двух зол выбирать более симпатичное зло, более доброе, отзывчивое, все-таки, вот какой девушкой Давид больше, хотя бы на короткий промежуток, заинтересуется? Ольгой или Лизой? Неделю назад Давид вот на этом месте сидел и говорил, что на кастинге, когда он уже уходил, он увидел в дверях девушку. Этой девушкой была Лиза. Мне это было очень приятно. Вот после этого я как раз написала ему письмо и сказала себе то, что... А что ж тогда обе поедут домой? Извини меня. Нет, как раз вот плохой друг у Давида. Плохой друг появился сегодня у Давида. Неискренний. Марина. Дело в том, что Давид мне тоже рассказал эту историю. Эту старинную грузинскую историю, да. Быль. Ему это рассказал его дед, а он это расскажет своему внуку, и эта история будет жить. Сегодня к нам пришла новая участница Лиза и многоопытная Оля из Санкт-Петербурга. Встречайте, Ксения Собчак. Ну, а многоопытная ведущая Ксения Собчак сегодня будет присутствовать при том, как одна из девушек останется, а другая уйдет. Вот так вот бывает на телепроекте «Дом-2» у нас. Девчонки, на самом деле, если говорить серьезно, ситуация очень сложная, потому что Давида нету, он приедет уже после голосования. И поэтому выбирать сегодня девушку для него будут его друзья. Но на самом деле, я думаю, что это и правильно, потому что раз Давиду самому так долго не удалось себе никого найти, то... пусть его друзья, в конце концов, выберут ту девушку, которая, на их взгляд, ему подходит. Поэтому понравится вы, прежде всего, должны сейчас друзьям Давида. Так уж сложилось. Вам слово. Начнем с тебя. Я хочу сказать те банальные слова, которых я вспоминала сегодня весь день, пока провела с вами в Доме 2. Мне действительно здесь очень понравилось, и всем огромное спасибо. Я понимаю теперь тех людей, которые, уходя отсюда или просто присутствующие на лобном месте, говорили подобные вещи. Вот и все, я больше ничего не хочу сказать. Я пообщалась, я достигла своей цели. Лиз, тебе действительно ты достигла своей цели? Да, я сюда попала. Давид, ну нельзя так говорить, что человек — это цель, это что, вещь какая-то мы рассматриваем. Мне интересен внутренний мир, я еще раз повторяюсь, я хочу с ним пообщаться. Но ты ставишь перед собой цель? Безусловно, конечно, безусловно. Мне просто очень приятно все ребята, и я всем очень благодарна. Особенно Алену. Кроме него. Тебя может кто-то еще здесь? На данный момент здесь нет. Хорошо. Я также хочу, может, повториться. Хочу поблагодарить вас всех за такой теплый прием. Очень было приятно с вами со всеми пообщаться, всех увидеть. Очень жаль, что не удалось пообщаться с Давидом. Видимо, это судьба, но я пообщалась с Женей. То есть Женя теперь у нас фаворит сезона. Даже больше он тебе нравится, чем Давид, да? Просто мы общались с Женей, и мне этот человек интересен. Вот так вот. Что, интересно, девочка Женя по этому поводу думает? Ну, Женя человек сам тоже новенький. И он понимает сейчас, каково Оле, что ей нужно немножечко подержать, немножечко... То есть ты его оправдываешь? Да нет, не оправдываю, просто с его стороны он, может быть, правильно поступил, что пообщался с ней, узнал ее поближе. А по отношению к тебе он правильно поступил, Женечка, что пообщался, поддержал? Ну это надо было будет у него спросить, но я хочу сказать... Нет, ну, что... тебе как кажется? Мне, честно говоря, сейчас все равно. Замечательно. Жень, ну видишь, как тебе повезло, как мальчику Жене повезло с девочкой Жене. Абсолютно ей это все равно. Либо просто никаких чувств нету, либо... Мы сегодня с ним разговаривали по этому поводу и пришли к такому выводу, что
Сейчас у нас этап будет просто дружеских отношений. То есть стремиться построить пару мы сейчас не будем. Мы сейчас будем просто общаться как друзья. Это почему же? Потому что нет между нами того огонька, который должен зажечься. Зажечься при... Слушайте, вы все говорите о каком-то мифическом огоньке, но ведь это как с огнем, говоря, который у нас здесь горит. Если его не разжигать, он сам не зажжет. Прекрасно. О чем я говорю? Почему? Не зажжу. А он горит, видишь? Я все сказала уже. Я не могу разговаривать и объяснять какие-то вещи, если люди меня не слушают и начинают это как-то переводить все в жанр шутки. Да. Хорошо, извини, пожалуйста. Так, ну я предлагаю тогда перейти к голосованию. Ребят, вспомните о той ответственной миссии, которая на вас возложена. Выбрать, наконец-таки, девушку для Давида. Я понимаю, какая миссия возложена сейчас на мои плечи, вернее, на мой рот, на голосовые связки. Вот. Я хочу сказать, что Давид рассказывал, как он съездил на кастинг, и ему там никто не понравился. Но после того, как он уходил уже из кастинга, он встретился глазами с одной девушкой. И вот я думаю, это девушка Лиза. Ну, а и они думаешь, будут... или по описанию она подходит? И по описанию, и она сама об этом сказала. Вот. Ну, а вот Оленька очень симпатична, но, знаете ли, Мишкой и шляпкой нас не удивишь. То есть двух Оль на проекте из Санкт-Петербурга 18 лет, Мишки, игрушки, уже будет многовато. Слишком. Это ты, Миша? Да. Я как друг Давида хочу сказать. Молчать тебе слово, Варя. Дело в том, что Давид мне тоже рассказал эту историю. Эту старинную грузинскую историю, да. Быль. Да, Давид, и он расскажет это, ему это рассказал его дед, а он это расскажет своему внуку, и эта история будет жить вечно, годами, да, и эхом отзываться в горах Грузии. Да. И так как... Так как на нас сейчас возложена такая миссия, да, женить, как это называется, женить без... Знакомство вслепую. А, да, без него женили, его, короче. Вот неважно. И, в принципе, я даю голос своей Лизе. Я просто надеюсь, так как все-таки он сказал, что он увидел и ему понравилось. Мы будем надеяться, что это действительно так. Замечательно. Саша? В общем, Давиду снился сон про Лизу, которая якобы пристала к нему на кастинге. Я за Лизу голосую. Замечательно. Рома? У Лизы очень У Лизы очень весомый аргумент, чтобы остаться на проекте, и поэтому я думаю, что не лишним будет поддержать Олю. Поэтому мой голос за нее. Ну, вообще странно бы, Роман, конечно, если бы тебе Оля не понравилась. Вот я бы удивилась на самом деле. Ну, вот видишь, я перестаю удивлять. Одна Оля хорошо, а две Оли лучше. Правда, Рома? Да. Май? На личном мнении основываю свой выбор, потому что Давид переменчивый, как погода. Поэтому голосую за Лизу и думаю о наших девушках, которые здесь, о их будущем дальнейшем. А при чем здесь наши девушки и Лиза? Как это, их будущее связано с Лизой? Потому что Лиза пришла к Давиду, она быстренько поймет, что с Давидом ничего не получится, и поедет домой, она сказала. Замечательно. Замечательно. А Оля может остаться надолго, да? Нет, ну, у Лизы конкретная цель, Давид, я хочу внутренний мир, аура, карма, карма, приходим, приходим. Нет, спасибо, Женечка, твой голос. Ну, я понимаю, конечно, что мой голос в данный момент ничего не решит. Но я хочу отдать свой голос Оле, мы с ней сегодня... Молодец! Молодец! Тебе понравилось, Оля? Мы, я скажу так, что мы очень быстро нашли с ней общий язык. Замечательно. Хорошо. 4-2, а это значит, что остается Лиза. Лизочка, мы тебя поздравляем с этим. Я надеюсь, что все-таки Давид будет доволен решением ребят. Мы идем провожать Олю, пожелаем ей удачи. Пойдемте? Пойдемте. Пойдемте.
Просто идем провожать Оля. Идем провожать Оля в замок. Да. Давиду нравится Оля дело. Безумно. Они остались. Он мечется в течение многих дней и недель даже. И вдруг, вот скажи, кого бы он не выбрал, с кем бы у него сильнее была пара? С Олей или с Лизой? Оль, ты расстроилась? Слушай, судьба такая. Прощай, Ольга. Вот, извиняйся. Оставьте путь, они перепутали. Давай, я надеюсь, что ты поделаешь это. Давай, малыш. Это была выхода. Иди, мне было с тобой пообщаться. Давай там, дерзай на свободе. Давай. Лисер, привет. Иди, конечно, тоже. Давай. Спасибо большое. Все, Оль, удачи тебе. Все, спасибо. Я знаю, что все сложно. Спасибо. Питер, пора! Не самое главное, она худенькая. Худенькая, увлекается конным спортом. Послушай. Мне очень интересно будет на Давида посмотреть, очень интересно. Считай, его нету сегодня целый день, он не знает, какие девушки приходили. Если, извини, что перебиваю, у меня сильно всегда потекло. У тебя ничего не потекло, но ты красная. У тебя новая косметика, все в порядке. Интересно, на реакцию, да, меня посмотреть? Да, как он? Что-нибудь? Удивление? У меня где-то есть радость. Радость такой. Да? Ну, конечно. Конечно, по-женски даже, да, ты меня поймешь. Есть. То, что Маринка сказала, она объяснила, почему она думает так, что у нас не получится ничего. Она сказала, что поэтому не знает, что он хочет. Да. Как съездил? Глазки висят. Нормально. Такой веселенький, хороший, как отпел. Что сегодня хорошего было? Сегодня приехала к нам девочка. Ко мне? И одна, и вторая причем. Была сначала. Давайте посмотрим, а кого оставили? Который в дверях ты увидел в тот раз. Да. Именно из-за того, что я увидел ее в дверях, поэтому оставили? Да. И только поэтому, что я увидел? Да. Да, ты смотришь, а не по другим качествам? Нет. Она очень хорошая, она очень воспитанная. А другая? А другая на Олю Бузову похожа. Тоже из Питера, тоже Оля, 18 лет. И... А ты разговаривал с ним вообще? Лиза ее зовут. Как можно оставить человека только из-за того, что я ее видел? Нет, нам... Давид, привет! Сейчас я поймешь. Ну вот, ну дружи. Как ты тетку оставили? Правда? Хорошая тетка, она худенькая? Нет. Она не худенькая, она... А кто решил, что... Давид, привет. А другая худенькая была? Да. А вы не знаете, что мне худенькие? Вы что, мои враги или друзья? Я не могу понять. Она сказала, что ты ее встретил в дверном проеме, что она тебе понравилась. Ну что? Она так сказала. Мне многие нравятся. Ну так и ты... Привет. Та бы тебе не понравилась. Да. Она тебе понравилась. Два дня тебе нравится. Нет, а нет, потом нет. Нет, реально. Она некрасивая была? Хочешь, я объясню ситуацию, какая бы осталась. Девушка, которую сейчас ты увидишь, у тебя с ней не будет никаких отношений. А вторая девочка, Оля, которая была очень милая, ну, не худенькая, не она, нет, она не была очень милая, с ней бы, у тебя бы не получилось отношения, но с Женей бы у нее получились отношения. А сейчас ребята проголосовали за Лизу, и в итоге ни тебе, ни ему, а ну, смотри, мы с Ромкой проголосовали за Олю. Что ты нет, смотри, Лиза, сейчас расскажу объективно. Лиза полненькая. Не самое главное, она худенькая. Полненькая, увлекается конным спортом. Послушай, Давид. Ну, она кудрявые волосики такая, симпатичная на мордашку, очень, умная. Очень так, значит, худенькая на мордашку уступает вот этой вот. Не уступает. И не уступает она ей. Нет, ну, нет, она, нет, нет, нет. Та, она... Она очень милая. Нет, она не милая. Но она такая тупая, она что с ней невозможно ни о чем поговорить. Послушай, она не тупая, она просто жадная была. Дайте я скажу. Лиза и Оля. А ту Лиза. Оля зовут ее? Да. Она блондинка была? Да. Красивая. Ты ее не видел? Высокая блондинка. Высокая, да. Высокая. Я ее тоже видел на кастинге. Если это она, и вы ее не оставили, я вас убью. Это не она, это не она. Ты не видел, послушай. Голубые такие прозрачные глаза, нет? Нет, карие. Я ее знаю. Да я не знаю, какие у нее голубые, карие у нее глаза. У Оли голубые глаза. Они прям вот они. Она бы сказала бы, если бы. Охренеть, я ее увидел на кастинге, мне она очень понравилась. На кастинге я посмотрела. Это сказала, что ты ее встретил в другом районе, что ты сказал, что вот ты мне... Лиза, спускай, Лиза! Лиза! Лиза!
Вася, господи, хороший. Ударь его по лицу! А, я тебя видел, я тебя помню, но я им рассказывал о другой девушке, они просто не поняли. Ну, какая разница? Прекрасный человек просил девушку. Не рассказывай. Чё, почему? Чё, ты расслабил? У кого горят? У меня! Почему? И зачем? Девушка. Я там ноги грузил. Женя, у тебя. Ладно, успокойся. Ты же девушку Давид. Итак, Давид называет Лизу своим другом. Давай. Подожди, что тебя удивило? Давид! Что тебя удивило? Я вообще не понимаю, о чем дело. Мы с тобой разговаривали, стали. Да. Я разговаривал. Какая девушка, да, понравилась? С несколькими девчонками. А мне показалось, что ты меня сказал. Ты имеешь в виду, вот на кассе, когда мы сидели, я и Сёпа? Нет, мы не сидели там, я не была, мы с тобой в дверном проеме, когда разговаривали. Ага. А, да, да, я тебя помню, конечно. То есть ты не про это, да, девушка? Я рассказывал просто им про эту девушку, которая была с бабушкой. Мне не то, чтобы ее внешность запомнилась. Она просто стояла с бабушкой, и мне это запомнилось. И бабушка сказала, что Давид, она идет к тебе, и, пожалуйста, там, береги ее. Я им этот факт рассказывал, а не то, что там... Они подумали, наверное, о тебе. Понятно. А что, что-то не так? Нет, ничего. Я просто удивилась. Не ожидала. А что ты не ожидала? Нет, ничего. Ну да, я знаю. Он видел, он был шок. Она ему не понравилась. Ну а что, вы не видели его? Он тут так... Он говорил, нет, не она. Сразу было понятно, что мы хотели бы... Зачем ее оставили? Зачем ты сейчас... Оставили бы ту девочку с собой уже. Мы расстраиваем еще больше ее. Ну а что, ну блин, нужно было думать за головой, ребят. Ну а что, сейчас девочка расстроилась. Оля, ты думаешь, что она не будет два чего выбирать? Мне все равно. Все голосовали из своих симпатий. Понравилась девочка, что за... Так а зачем тогда говорить было про Давида? Так бы говорили, я голосую из своих симпатий. В дурном проеме была. Откуда мы знали ее? Если она так и заявила, то все на это он ее видел, но не понравилось. Пошли на тусик. Сейчас я возьму Женечку. Женечка, старался для себя. Все. Видишь ты, Зая, для себя тут чай делают вообще. Что, старался, оставили. Ну потому что я хотела, чтобы он на тусик пошли. Я знаю, она тоже пьет. А ты еще больше зарешь. Ты в шоке, наверное, да? Я не хочу тут оставаться. Жень, честно, абсолютно честно, не хочу. Не из-за него конкретно, просто вот я сейчас поняла и не знаю, куда же объяснить. Тихо, ты не... Я первый день тоже плакала. Я думала, снимаю ее, но со временем как бы я начала привыкать. Мне как бы стало комфортно. Просто я эмоционально очень восприняла все это. Мне плохо, ты понимаешь, морально еще? Но... Морально? Угу. А в первый, даже когда он Лизу не видел, он говорит, она полная, вы че? Ну вот все так. И я понимаю и Давида сейчас, и вас всех. Он говорит, и что я сейчас буду делать? Мне неловко перед ней. Ну реально, он, ты видел, как он на нее посмотрел? Да, он в шоке такой, да? В шоке? Так. Что, реально быстрее прям? С таким, типа, да, вообще. Ну извините, надо было находиться, если мы что. Наверное, да? Хорошо, не говори со мной, просто объясни, что случилось. Я просто не могу понять. Все нормально. Ты что, ребята мне объясняют, я не могу понять. Все нормально. Но я это не принимаю, этот ответ. Ты можешь ли, я недостоин того, что ты поговорил? Нет, почему ты недостоин? Я могу сказать просто. Я заплаканная вся, мне тяжело. Ну скажи мне, в чем дело? Может, я что-то объясню? Знаешь, что такое песчаные замки? Вот люди очень часто себе их строят. Вот я построила, он оказался не тот, он рухнул. Вот и все. Помнишь, ты Жене дал совет, что надо без нервов жить? Вот у меня не получилось. Я себе что-то придумала, что-то нарисовала, поняла, что это не мое.
ты почему-то разочаровалась? Я просто... Да, разочаровалась. Разочаровалась вообще во всем. Я поняла, что я не смогу, я не люблю играть. Я не смогу ничего такого сделать, чтобы... Ну это прекрасно, если ты не любишь играть. Я даже не буду общаться с тобой. Что такое? Давид, мне все понятно. А мне непонятно. Ты можешь это понять? Я для себя все поняла. Подожди, одну секундочку. Мне непонятно. Ты можешь поговорить со мной? Ну, я же тебе сказала, что я думаю. Ну, это не... Почему ты так поступаешь? Ты невоспитана? Нет, почему? Я тебе очень благодарна. Я уверен, что ты воспитанный человек. Ты можешь со мной поговорить? Мне просто морально. Мы с тобой поговорили. Я ничего не понял, в чем дело просто. Единственное, что я понял, что они мне сказали, Давид, это она, которую ты видела. Мы можем выйти с тобой на улицу? Да, конечно. Пойдем. Просто мне очень душно, я не могу. А, ну, хорошо. Да, мы покурим. Ну давайте. Угу. Если что, просите. А что ты так запариваешься? У тебя миллион девчонок. Как здесь будет, как за периметром. Для меня это очень важно, очень серьезно, понимаешь? У меня никого нет. Знаешь, если у человека есть много друзей, у него нет друга. Согласна. Как за девчонками. Я имею в виду миллион, которые бы за тобой пошли бы хоть на край света. Может быть, тебе бы это было не надо, но это приятно, безусловно. Не, это конкуренция. Миллион, один человек. Это конкуренция, это жестоко. Это жизнь. А... А ту девушку ты знала? Какую? Вы на кастинге познакомились? Нет, нет, здесь пока ехали. А. Пока ехали. Все, пойдем. Все. Ты уверена, что уходишь? Да. Даже если со мной не получится, ты не хочешь попробовать? Нет, с тобой нет. Если с тобой не получилось бы, нет, не хочу. Прощайтесь. Выбрасывай сигарету, пойдем. Май, я не хочу, чтобы она из-за меня уходила. Я ничего такого не сделал. Все нормально. Я чтобы она решила. Это... Я очень рада, что я тебе сказала, приняла что я такое думаю. Решение. И для меня это было самое главное. Ты совсем перестань. Май, я не хочу этого. Я не хочу, чтобы она уходила. Ну, понятное дело. Ну, конечно. Я тоже не хотела, чтобы боль уходила. Все, ты не пойдешь, здесь прощаемся. Пойду, конечно. Тебе приехал, ты идешь, ты идешь из себя совсем другим, по другим причинам, что я не успел на лобный, мне не запустили. Вот ты неси. Пойдем. Лиза, что я тебе могу сказать? Не пожалеешь? Точно? Приняла решение? Потрясающе. Ой, а у меня сумочка там осталась и шляпа. Сейчас я принесу. Угу. Вы в вашей комнате? Нет, вот здесь вот. Сейчас. Сразу же, как заходишь, по-моему. Спасибо. Ну что? Может, передумаешь? Тяжело морально очень. Правда. Я не ожидала. Все вместе наложилось. Зачем тебе Давид? Посмотреть. Давай его... Не могу врать, не могу играть. Вот честное слово, да не могу. Кто заставляет тебя, вот а просто кто заставляет душе, тебя насколько врать? Было бы больно. Подожди, кто заставляет тебя врать? Может быть, ты рано это делаешь? Может быть, тебе стоит еще побыть здесь? Недельку. И понять, что это действительно так, что внутри тебе действительно больно. Что это не обыкновенная женская истерика слюнявая, через которую там, через два дня ты будешь жалеть и грызть все локти. Нет, все? Мне очень этот человек, вот только он и все. Как мужчина. Других я не рассматриваю. А, это секси. Есть. Почему ты уходишь? Тогда я тебе не верю. Раз я сказал, что это не ты, которая мне понравилась, ты из-за этого уходишь? Из-за чего? Уходишь? Или останешься? Ты серьезно мне позвонишь? Позвоню, конечно. Он врет. Уходишь или остаешься? Нет. Ухожу. Уходи. Спасибо.
пожалуйста, прости, что так получилось. Все нормально, спасибо. Вот я тебя просто очень умоляю. Очень умоляю, прости, если можешь. Все нормально. Хорошо? Конечно. Удачи. Счастливо. Пока. Спасибо. Спасибо за все. Пожалеешь. Приползешь в душ, ворота скрестись, с ногтями, зубами, плакать. Спасибо. Мы тебя не пустим. Все. Хорошо. Уходи, как понурая лошадь. Пока. Мы счастливы. Пока. Мы счастливы. Пока. Что, бессердечный Давид, пойдем. Посмотри. Посмотри. Женщина плачет. Нормально, девчонка, я даже не успел посмотреть. Я вышел из себя совсем по другим причинам. А ты... Давид, как так можно, Давид? В первый же вечер. Ужас.